Всем привет, кто присоединяется. Сейчас мы ждем нашего приглашенного гостя. Хочу сразу сказать, что будет очень классный прямой эфир. Мы затронем все темы, в том числе семейные отношения, бизнес, воспитание детей, отношения между мужчиной и женщиной. Так что будьте все до конца. Так, где наш гость? Ну, как раз пока все подключатся. Можно будет задавать вопросы, поэтому обязательно, если что-то будет сразу возникать, задавайте, интересуйтесь. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Как ваши дела? У меня все хорошо, ваш как? Спасибо, тоже все прекрасно. Хочу отдельно вас поблагодарить за то, что вы нашли в своем таком плотном графике время с нами пообщаться, рассказать много полезной информации, поделиться с ней. Это очень важно, это очень приятно, это очень круто. Сейчас ждем, пока подключится. Как прошел ваш день? У меня все хорошо. Я буквально... Я видела просто ваш график, смотрю, у вас, оказывается, прям мастер-классы за мастер-классами каждый день. Ну, сейчас чуть-чуть посвободнее, а так, да, было раньше. Сейчас я стал больше на себя внимание обращать, потому что тело стало сбоить уже, и поэтому график сейчас щадящий практически. Что то, что было там 3-4 года назад, вот, в доковидные времена, это был просто капец. Вот. Вы решили, получается, подумать о себе, о своем здоровье. Ну, я довел себя до ужасного состояния. На самом деле, вот ковид меня, если честно, остановил в том плане, что я стал меньше работать, и потом он ударил по здоровью ковид. И я понял, что нужно заняться собой вместо того, чтобы заниматься людьми. И вот это вот торможение, которое вот ту инерцию, которую я набрал за 10 лет, я ее притормаживал до сегодняшнего состояния 3 года. То есть сейчас я живу почти так, как я хочу. То есть я работаю, я отдыхаю, я занимаюсь спортом, у меня нечастые командировки. То есть сейчас я более-менее выстрелил, но еще не до перфектного, но уже где-то очень рядом. Я думаю, еще год, и я свою жизнь выстрою так, как я ее хочу. Это очень круто. Ну, кстати, сразу хотела бы сказать, что вот одна из тем, одна из, скажем, подписчиц уточнила, задала такой вопрос, что касается психосоматики, вообще психологического состояния, как это влияет на здоровье, в том числе на женскую сексуальность, скажем, на женское здоровье. В принципе, на здоровье любого человека, мужчины и женщины. Видите, мужчина сам по себе, он предрасположен тому, чтобы много работать, да? То есть нам природой заложено, чтобы мы пахали. И поэтому нагрузки какие-то физические, стрессы мы переносим более-менее легче, чем женщины, наверное. И особенно, когда вот прям пахать-пахать, такой... на здоровье мужчин отражается меньше, чем на здоровье женщины. Почему? Потому что женщина, когда начинает зарабатывать через усилие воли, она перестает быть женщиной, она становится баба-конь. И вот когда ты баба-конь, тогда у тебя перестает работать у тебя организм в том плане, что сбоить начинают придатки, сбоить начинают, там, матка начинает подпрыгивать, да, то есть частые воспалительные процессы, какие-то циститы, там, кисты, миомы. То есть это все от того, что ты отходишь от своей женской сущности. Потому что женщина, которая выстроена в заработке денег, у нее сбивается гормональный фон. Если у мужчина, допустим, когда он запустил себя, когда он ест, когда у него
лишний вес там больше 20 килограмм, да, то у мужчины сбой идет гормональный в ту сторону, что у мужчин становится избыток женского гормона. Да? А женщина, когда начинает пахать, у нее избыток мужского гормона. И то есть и мы перестаем быть самими собой. И поэтому для мужчины очень важно зарабатывать и быть альфа-самцом, и следить за своим телом. Женщина обязана следить за своим телом и не обязательно работать. Ну, в смысле, вот. То есть у женщины должно протекать все более естественно и мягко. Но очень многие женщины перепутали... знаете, некоторые говорят, что вот, я там что-то маткой надышала, короче, поэтому ты зарабатываешь, да? Типа, я там с тобой на свидание сходила, и ты взлетел, а что ты мне не платишь, короче. Ну, это, если честно, такой инфантилизм. Почему? Потому что для того, чтобы из тонкого мира реализовалось это в каком-то материальном, это должен быть какой-то определенный промежуток времени. Это же не венит, говорю, аппарат, да, ты ему один раз дала, из него там айфон вывалился. То есть это... А вдруг? Ну, может быть, но, скорее всего, ты за этот айфон заплатишь чуть позже, но дело не в том, ну, у многих почему-то включается у девочек инфантилизм вот это, да, то, что жизнь легка, да, и бесплатно что-то, и потом никто ничего не дает, а потом она еще больше там каблучком стучит, а ей уже 45, да, и там что-то, ну, короче, очень многие попадают в эту ловушку. И, это типа, прям моя любимая тема. Вот, и типа, знаешь, вот так начинается. Кого знаю, не хочу, с кем попало, не хочу, и, короче, и вот все, да, то есть время идет, биологические часы там тикают. Меня очень часто называют сексистом, да, и потому что я очень часто и жестко женщинам напоминаю о том, что они женщины, это первое. Второе, я очень жестко и часто напоминаю о биологическом возрасте, о детородном возрасте. Да? То есть я же посмотрел очень много женщин и мужчин, особенно женщин, это где-то порядка там, 20 тысяч человек уже, и я понимаю, что женщина с ребенком одинокой, у которой там, ей там 45 и ребенку 20, она намного счастливее, чем та, которая с успешной карьерой и без детей. То есть, потому что карьера, она нарабатывается, а вернуться назад и родить ты уже не сможешь. Даже если ты там сделаешь эко и еще какую-нибудь там фигню там что-нибудь придумают сейчас, ты сдохнешь все равно в 70, и ты ничего не увидишь. Да, то есть, ну, прям на вещи расписываете женщинам. Ну, я такую фразу как-то услышал, поздние дети, ранние сироты, да, то есть всему свое время. И у всех есть определенный отрезок времени, да, мы не можем знать, сколько Господь нам отмерил. Но мы точно понимаем среднестатистическую продолжительность жизни. Да? И поэтому я считаю, что родить надо до 27, до 31 ребенка, да, и потом для того, чтобы ты познала материнство, для того, чтобы. Для того, чтобы познала. Что такое быть бабушкой, да, то есть внуков увидеть, там, правнуков, если, ну, придется. И я так понимаю, мое миропонимание того, что когда ребенку 20, и тебе 45-50, ты еще можешь что-то дать. Когда тебе 70, ты можешь, конечно, хорошо выглядеть, за собой следить, но уже, ну, как-то уже внуков надо воспитывать, а не этот... Ну, это мое... Да, я говорю, что я здесь очень к этому так отношусь, я считаю, что все зависит от нас самих, и как бы биологический возраст, да, я согласна с вами, что есть моменты, которые все-таки нужно делать пораньше, если, ну, как бы, если это касается физического здоровья. Если это касается там других моментов, то все-таки мы ушли вперед, и как вариант, думаю, все-таки не все потеряно у меня и девушек таких, как у меня. Кстати, вот мы так плавно перешли к моей любимой теме, как выйти замуж после 30. Вот, как реализоваться, как вот, найти, принять себя прежде всего, найти свою женскую самоценность, потому что у нас все равно, мне кажется, в любом возрасте это будет интересно, в плане того, что девушки у нас в последнее время перестали себя ценить. И еще я тут недавно, ну, когда смотрю, часто смотрю ваши видео, очень все классно и доходчиво рассказано, да, и там было именно такое интересное видео. Я даже скажу,
Охота на самца. Вот я хотела, чтобы вы на этом очень сильно тоже обратили на это внимание, об этом рассказали, потому что это интересная такая методика, и насколько она раскрывает их, просто любопытно. Смотрите, там немножко это на самом деле, это видео, оно не оттуда, но в общем, оно, да, оно цепануло. Во-первых, «Охота на самца» — это есть такой автор книги Алекс Лесли. Это вот кому надо выйти замуж там срочно и быстро, и оно все готово, это вот туда. Почему? Потому что где-то до 30 лет, до 25 лет на тебя еще охотятся, да? То есть у женщины есть ложное понимание, что типа я выбираю сама, да? То есть этому дам, тому не дам. Нет, я считаю так, выбираем сами. Хорошо, хорошо, я сейчас объясню. Вы выбираете из того, что на вас клюет. Понимаешь? Вы выбираете из того, что клюнуло. А то, что не клюнуло, оно прошло мимо. И с возрастом, да, со временем вот эта воронка продаж ваша, она сужается. То есть народу качественного и некачественного становится меньше. И вы выбираете... А мужчины же тоже будут пойти. У мужчин по-другому чуть этот... У мужчин воронка расширяется с того момента, как он начинает больше зарабатывать. А, вот оно что. Понимаешь? А возможно, да. У нас разные. У нас вот такая, у вас вот такая. Ну, короче. У нас немножко противоположно. Ну, немножко сильно противоположно. И поэтому девочки, они привыкли выбирать. Да? То есть я такая красивая иду, и выберите меня, а я потом выберу вас. И у вас есть в этом какая-то сила, и вы там, начиная с 13 лет где-то до 25, вы нам наносите травмы большие, да, там, своими отказами, там, вот этими всеми, да-да-да. Вот. И, но после 30, когда ты уже себя переоценила, да, когда ты уже, как бы уже, как это, молодая была, не молода, то... уже пора выходить на охоту самой. Но здесь есть немножко такая штука, что мораль, она внутренняя мораль и воспитание девочки, она не дает выйти на охоту самой. Вот, кстати, я именно это хотела сказать, что есть такие моменты, которые не каждая девушка пойдет, и даже я не на каждый момент пойду. Вот, и потому что у многих еще до сих пор, там в 30-40 лет, стоит вопрос, почему я должна первая позвонить. У меня стоит такой вопрос всегда. Вот. Потому что в вопросе отношений очень многие девочки, которые там не замужем или как-то этот, нету психологического эмоционального роста. То есть вы остались там в 20 лет, там в 25, да? Вам уже там 30, там кому-то 35. И вы еще находитесь в состоянии и опыте 20-летней девочки. Ну вот я вас сейчас перебью, просто извините, что вас перебила, просто я хочу сказать. Просто я вас только тоже слушаю многих разных там коучей, психологов, и они мне там все трубят о том, что ни в коем случае в любом возрасте женщина не должна первой делать шаг, она себя обесценивает. Но... Нет, нет, это они ничего не понимают. Они ничего не смыслят в пикапе. Вот оно что. То есть есть вопрос, я выпендриваюсь, я там я красотулечка. Есть вопрос, мне нужен конкретно вот этот мужчина или не нужен. Вот так. Почему мужчина больше выбирает, особенно альфа-самец? Потому что он видит женщину, и он говорит, я ее хочу. И он тратит все ресурсы, силы на то, чтобы ее добиться. Да? А девчонки так не делают. Во всяком случае, так делают только охотницы, львицы. А остальные все ждут, когда на них нападут. Понимаешь? И выигрывает та, которая нападает. Которая львица. Ну, да, возможно, вы правы. Поэтому внутреннее вот это вот, как бы, очень важно взрастить свою внутреннюю суку вот эту, да, там, этот, или стерву, там, вот, стерву, как хотите, да. Это назовите, то есть, очень важно, чтобы был здоровый уровень цинизма, чтобы не было, а, я первая позвонила, теперь я, это игра, отношения, это игра, особенно, когда, ну, это первоначальный... Первоначальный, то есть ты имеешь право флиртовать сразу с 20 людьми, да, то есть ты в 19 можешь там, ой, у меня уже парень есть, я не знакомлюсь, да, когда тебе 30-35, у тебя может быть 40 мужиков, с которыми ты флиртуешь одномоментно, и тогда ты начинаешь выбирать,
Если ты этого не делаешь или не можешь это создать такую воронку вокруг себя, значит, ты делаешь что-то не так. Значит, у тебя эмоциональный интеллект еще немного отстает от твоего возраста. Значит, ты еще психоэмоционально не повзрослела. И из вот этого состояния принцессы нужно выйти. Очень, знаете, очень казусно наблюдать за женщиной, которая 60, и она в состоянии принцессы. Это, ну, просто капец какой-то. Ты сидишь, смотришь, думаешь, ты гонишь вообще. Ну, что с тобой вообще происходит? То есть, это, знаете, блажен, кто вовремя был молод, блажен, кто вовремя созрел, да? То есть, зреть нужно вовремя. И переобуваться из одних саней, переходить в другие, нужно тоже своевременно. Если этого не происходит, тогда ты выглядишь немножко глупо. Ну вот я с вами согласна, да, что иногда нужно брать, я вообще такой человек, считаю, который считает, что, ну, мы сами можем достичь многого, и все в наших руках, если человек тебе нравится, ну, действительно нравится, противоположный, а там, пол мужчина, для этого можно сделать какой-то определенный шаг, двигаться вперед. Единственное, вот момент, когда понять, что можно это делать, когда понять, что это нельзя делать, а вдруг этот человек просто действительно нравится, и ты решила себе, не знаю, рискнуть, пойти на приступ этой скалы, скажем так. Смотрите, вот этот вот когда-то что-то рискнуть для кого-то, для тебя это не должен быть риск. У тебя 40 mm-hmm. парней одновременно в твою игру играет. А, вот оно что. И тебе все равно, кто клюнет, понимаешь? Они, а если я хочу, чтобы кто-то определенно клюнул? Ну, ты выбери. Смотри, я почему говорю, что вы не выбираете, да? Ты вот смотри, с точки зрения жертвы, ты сидишь дома или uh-huh. там красиво одеваешься, идешь в клуб, там идешь и в Синтаймол, и не знаю, где-то пьешь кофе, и ждешь, когда тебя, как бы, этот, когда тебя захантят, да? Ну да. Да. Предположим. Предположим. А теперь смотри, теперь состояние охотницы. Представь, ты берешь журнал Forbes города Алматы или там Казахстан, и начинаешь, сидишь, листаешь. Сначала смотришь этих агашек, потом смотришь их детей, потом смотришь, что ты говоришь, вот этот парень мне нравится, он будет моим. И я готова потратить на это год, чтобы его захантить. Как? Но почему? Неплохо, скажем дальше. Вот. В этом случае выбираешь ты. Это помните, как в «Бригаде» вот этот фильм? Запомни, как это? Запомни пчела. Есть расклады, когда играешь ты, а есть расклады, когда играют тебя. И вот когда ты сидишь и ждешь, чтобы на тебя напали, играют тебя. Понимаешь? И тогда ты ведомая. Нужно брать в свои руки. Но когда играешь ты, тогда он зависит от твоего мнения. Все. Угу. Понимаешь? Хорошо. Вот смотрите, а какие моменты, скажем, вот такая, предположим, девушка, как я, которой сложно перестроиться, ей сложно там делать какие-то первые шаги. Что нужно для раскрытия себя, вот техники какие-то, вот в том числе, как вы говорите, вот мне просто так интересно, хочу, чтобы вы это рассказали об этой технике, я просто прочитала ее и такая думала, как это работает, насколько это раскрывает. Во-первых, вот эта техника, про которую вы говорите, это техника для тех девушек, которые забыли, что такое женственность. А, окей. Бывают такие баба-конь, я не знаю, что такое быть женщиной, я всю жизнь достигала, мужики все слабые, какие-то попадаются, ломаются чего, да, то есть, и она никогда не встретит сильного, это невозможно просто. И вот таким женщинам я всегда предлагаю, сними трусы и пошла на работу. И пошла на работу, пошла в кафе, пошла этот, и попрактикую, да, нельзя колготки одевать, нужны чулки, да, кто-то сейчас говорит, что ой, бай, холодно, но я не понимаю, как вот эта штука может сохранить твое тепло. Ну, это, знаете, чувствуется, мы сами себе знаем, что это тепло. Чувствуешь, вот. Что есть. И женщина, которая вот не помнит, что такое, как быть женщиной, откуда ни возьмись, появляется флирт, откуда ни возьмись, появляется игривость, откуда ни возьмись, появляется... В этом же, видите, в этом есть доступность, в этом есть загадка, в этом есть это, то есть ее начинает все ломать, у нее появляется вот эта манерность какая-то. То есть это все вскипает и поднимается вверх. То есть это нужно для того, чтобы просто себе напомнить, что ты девочка, если ты забыла. Ну да, я согласна. Вот, кстати, вот учил вот такой момент, и
Еще когда я помню, у вас был прямой эфир с основателем, с автором проекта «Моя игра» Игорем Аксакаловым, вот прям я хотела туда влезть, но думаю, мне предоставится возможность. Там как раз был такой момент про секс. Да, мы люди взрослые, скажем честно, и там был, по-моему, то ли про секс на первом свидании, то ли что-то в этом роде. И ну, когда там долго не было, к примеру, и ты ждешь своего того самого, потом мы начали общаться, и когда вообще к этому прийти и так далее. Вот эта тема мне тоже стала интересна. Это этот, в смысле, когда дать на первом свидании или на третьем? Ну, типа того. Если первого дала, блядь, на третьем, после третьего не дала, все, Динамо, да? Ну, в смысле. Теория вероятности, то, что вопросов было много. В общем, смотри, я, насколько понимаю, если ты играешь, да, то есть если мы сейчас берем, когда играют тебя, то лучше дать, наверное, там, после третьего, там, второго, четвертого, точно не на первом, не на первом, да? Но когда играешь ты, тогда можно, в принципе, и его для того, чтобы сбить с ног, чтобы у него почву из-под ног выбить, тогда можно дать ему, ну, как бы на первое свидание. Но перед тем, как вообще на первое свидание вытащить мужчину, ты должна его заинтриговать так, чтобы он хотел. Ты должна довести его до эмоционального пика. Ты должна с ним играть и как бы и издеваться над ним, но не давать. И ты должна его замучить, короче, там месяц-два, там не то, что... Это должен быть такой легкий флирт. Ему должно казаться, что ты доступная, и тут же ты недоступная, да, то есть ты там сегодня доступная, потом пропала на неделю, потом опять появилась. То есть ты должна эмоционально его сбить с ног. И потом, когда уже типа у вас там этот первая встреча, ты можешь прям лучшее платье, лучший там мейкап, какой-то и вот надо так трахнуть, чтобы у него ноги дрожали потом утром, да? То есть, и все, и ты, ну, примерно, образно ты пропадаешь после этого с утром, как голубка упорхнула, и, короче, на неделе две. Хер знает, где ты. И он, естественно, будет тебя искать, будет поиск, и потом ты опять интригующий, опять возвращаешься, то есть, и он понимает, что без тебя не может. Ну, то есть, это уже другие качели, то есть, ты эмоционально задираешь, потом забираешь, и, то есть, его должно вот, ну, колбасить сильно. И да. Так появляется ощущение влюбленности. То есть, ну вот, как раз, извините, что я быстро перебиваю, просто сразу вопрос. А вот эти психологические качели, они потом не будут мешать всю жизнь, если потом будет строиться какие-то отношения? Это что же не совсем? Нет, мы же сейчас говорим, как завоевать, а не как сохранить. Это же, ну, совершенно две разные стратегии. Угу. Совершенно две разные стратегии. Почему? Потому что почему сейчас много разводов, да? Почему же, ну, как бы пары разводятся? Это из-за того, что мужчина не берет роль мужскую, в какой-то момент не берет ответственность за семью там, и так далее, да, он хочет там гулять, играть, там что-то такое, да. И мама его поддерживает там в этом всем, в его игривости. Он там делает детей, жена дома, а он где-то там шатается, непонятно, да? Вот. С другой стороны, женщина хочет оставаться принцессой до сих пор. Да? То есть она родила, там этот, и она все равно все играет, и кажется, что давайте все мне. Зачем просто так? Потому что я вот такая красивая, капец, короче. Вот. И в какой-то момент этому ее избраннику это тоже надоедает. То есть, с одной стороны, ей надоедает его безответственность, с другой стороны, ему надоедает ее постоянная какая-то непонятная требовательность и претензионность. Это первые года, это первые 7-8 лет, это вот, ну, там разводы случаются. Вот в психологии есть первые 3 года и после там 7, да, кризис 3 лет и 7 лет. Первые 3 года мужчина, женщина требует от мужчины доказательств. Она начинает над ним издеваться там, да, то есть она начинает его провоцировать, и она начинает творить всякую дичь первые 3 года, и он должен не уйти. То есть те, кто развелись до 3 лет, это он не выдержал. И есть еще такая штука, когда после 3 лет, следующие 4 года мужчина чистит свое сердце на женщине. То есть он начинает до нее теперь докапываться. Он творит всякую дичь, она должна это терпеть. То есть теперь она доказывает, что она его любит. То есть это получается 7-8 лет вот эта вот фигня происходит. Это при учете, если нету, если мамы, свекровки, тещи не лезут, это при учете, что ты никуда не уходила, да, там все, я от тебя ухожу там на 2 месяца. Через 2 месяца начнется отсчет заново. То есть это должно быть непрерывное житие, бытие.
Вот. Далее, со временем уже потом, уже терпимость какая-то должна включаться, да, уже должно включаться то, знаете, очень часто, где-то после 30, наверное, или там ближе к 40, женщина почему-то начинает мужчину привыкать грузить какими-то проблемами. То есть любой что женщина только одна, все проблемы решает. Любой звонок от женщины, он начинается со слов: у нас там сын руку сломал, не дай бог, там кошка сдохла, унитаз протек. Еще, то есть от нее других слов там: дорогой, милый, ты ничего не дождешься. Понимаешь, только вот нам вот это надо, хлеба купи, того возьми, это сделай. То есть это со стороны женщины начинается. Со стороны мужчины, из-за того, что она постоянно грузит его проблемами, она натыкается на холодные чувства. То есть он охладевает. Вот что тебе надо, я тебе даю, от меня отстань. И начинается отдаление вот это. Теперь женщина, когда уже прожила в браке 10-15 лет, она считает, что мужчина ее, и он никуда не денется. Но у мужчин в этот период начинается кризис среднего возраста, и он девается куда-то. У него появляется там на стороне женщина, там, ну, там другие совершенно этот механизмы включаются. И если любовница попалась умная, она его выдернет. Я вам так скажу. Если знаешь технологию, у любого мужчину из любой семьи можно выдернуть в течение 3 месяца. Даже так? Я всегда думала, что браки совершаются в небесах, и любовь действительно существует. Любовь – это 3 месяца. Все остальное – любовь, работа. Вот через 3 месяца пропадают гормоны. Потом уже над отношениями очень важно работать. Да, то есть ты каждое утро выбираешь этого человека опять. И это большая на самом деле работа, к которой не все люди привыкли. Вот. И есть еще потом ожидания неоправданные от жены. Есть ожидания неоправданные от мужа. Да, то есть, и получается так, что мы где-то к кризису среднего возраста мы все разочаровываемся в партнере и в себе. И на эту почву еще и вот эти вот страсти, короче, 40, 45 лет, 50 лет, начинается вот это: я ушла, у нее любовник, у него любовница, потом опять сошлись, и потом вот это, и вот этот вся мототень начинается. Ведь еще во время брака, еще когда мы вот только первый брак, допустим, да, женщина еще не понимает, кто она такая, девочка. Мужчина тоже не понимает, кто он такой. И мы начинаем носить маски. И к 40 годам мы по 20 с лишним лет носим маски. Я хорошая жена, я хорошая келинка, я хорошая там то, я хорошая мама, я хорошая... Мужчина носит маски, я хороший отец, я хороший муж. Я А на самом деле мы понятия не имеем, кто мы такие. То есть к 40 годам, если мужчина и женщина развивается, она более или менее понимает, кто она такая. Или кто он такой. Если этого не происходит, то вот эти две невзрослые личности, они сталкиваются вот в этом каком-то непонятном эмоциональном претензионном клубке друг к другу. И каждый считает, что он обманул или она предала. Потому что мужчина и женщина предательство расценивают очень по-разному, если честно. То есть то, что для нас предательство, для вас это такое себе. Потому что для женщины предательство, когда он ушел к другой, это все. Это он не мужчина, он предал, я на него надеялась. А для мужчины тогда, когда ты его не поддержала, да, когда ему было тяжело, а ты не поддержала. Ну здесь я согласна. Но в плане, конечно, я считаю, любое предательство именно в плане, когда мужчина изменил, это не есть хорошо. Мы, кстати, сейчас к этой теме придем. Я хотела спросить, точнее, вот был такой вопрос, и сейчас вот я вижу в комментариях, пишут, хотела бы для тех, кто сейчас присутствует на прямом эфире, сказать, что вы можете писать, задавать вопросы. Игорь обязательно ответит. Вот. Что касается именно семейной жизни, ладно, мы поговорили о том, что как там встретить, как понять уже, особенно взрослым людям, вот как, скажем, вернуть былую искру в отношения уже состоявшейся пар, которые уже достаточно давно в браке, но и вот чтобы как раз не потерять тот момент, когда расходятся семьи. Это очень легко. И вот этот, знаете, в психологии, многие психологи говорят, что нет никакого кризиса, кроме кризиса среднего возраста. То есть даже подростковый период, это все ерунда. Вот кризис среднего возраста, это действительно кризис. И для мужчины, и для женщины, да. Там есть тоже свои штуки такие, почему женщина, как бы,
пропускает момент, когда у него появился кто-то, да? Потому что она в ближайшие 15-20 лет занималась только детьми. И фокус она держала только на детях. То есть муж у нее оставался по остаточному принципу, и потихоньку-потихоньку отношения угасали. Да? И для нее это как бы естественно. Но к 40 годам, 45 годам, кризису среднего возраста, если вы вовремя начали, дети более-менее уже взрослые, и они не требуют столько внимания, как раньше. И в этот момент женщина остается одна, и у нее появляется много свободного времени, и в этот момент ей нужно обратить внимание на мужа. Нужно обратить внимание на то, на что ты последние 20 лет не обращала внимания. И тогда и начать заново выстраивать отношения. И причем сделать так, как будто ты его не знаешь. Потому что на самом деле можно прожить всю жизнь и не знать человека, кто такой вообще он. Что он хочет. Какие блюда он любит. Ну, то есть можно пропустить просто этот момент. И для возобновления отношений я рекомендую сексологов каких-то посетить, женщине точно, там, вумбилдинг, тимбилдинг, филацио, вот, короче, все, сейчас этого много, да, всего, этому обязательно всему надо научиться, потому что, во-первых, там, по здоровью, там, недержания не будет, там, с возрастом, да, сексуальность у тебя, там, вот эта высокая будет, страсть будет, вот, и секс-шопы, то есть, все равно Фрейд прав, да, то есть, все завязано на сексе. И что нужно сделать для того, чтобы у мужчины заново вызвать вот этот вот огонь, агрессию, ну, не агрессию, а вот эту страсть, которую, да? Искру, да. Искру, я пожар, чтобы был, да. Как пожар. Раньше. Да, да. Вот. Это, во-первых, у мужчины сексуальный опыт, он накладывается на локации. То есть нам не важно, то есть эта женщина там цветуёчки, этот свечи, там, да, там вот это все, там ужин там, и так далее, для мужчины очень важна локация. И если даже если у вас в сексуальной жизни все хорошо, и вы в одних и тех же локациях ну, как бы занимаетесь своей сексуальной жизнью, то я бы рекомендовал сменить локацию. Это первое. Второе, я бы рекомендовал сменить страну, то есть надо уехать куда-то вдвоем на неделю, на две, лучше на месяц, на два, да. В-третьих, я бы рекомендовал с собой взять полсекшопа с собой туда, в гостиницу, да, ну, куда вы улетаете. И вы должны получить оба новый сексуальный опыт. Новый. В новых местах, в новых, там, я не знаю, позах, в новых там этих. То есть, и тогда оно будет, ну, в общем, ваша страсть будет возрастать. Почему? Потому что у вас появятся совместные места, какие-то эти. Новые эмоции. Новые эмоции, да. Вы испытаете новые. И желательно ехать в страну, где вы язык не понимаете оба. Понимаешь? То есть вы создадите новые нейронные связи. И у вас будет яркий опыт уже во взрослой жизни. И это на самом деле очень круто. И да. Это очень быстро восстанавливает. То есть, ну, буквально за месяц можно восстановить то, что треснуло прям вот, ну, вот до жопы все, если треснуло даже. То есть, по идее, если вовремя на это обращать внимание, то половина браков, которые у нас, к сожалению, распадаются, можно будет сохранить. Да? Ну, это мое убеждение, я не знаю. Это при условии, если оба хотят. То есть, ну, мне кажется, оба... самое, хотят, просто не всегда они к этому готовы, и не всегда они на это идут. Все-таки столько если, лет. Знаете, если с точки зрения эзотерики на это все посмотреть, то есть такая штука, когда говорят, мы проработали все кармические наши там задачи, и нам уже пора расстаться. Но это, знаете, когда ты это поймешь тогда, когда ты расстаешься без обиды, а с благодарностью просто. То есть, когда ты завершил отношения, и у тебя внутри нет никакой обиды, нет никакой агрессии, у тебя есть только благодарность ему за детей, у тебя есть благодарность за полученный опыт. Все тогда. И нас ничего не связывает, ты понимаешь? То лучше эти отношения завершить. Потому что вы войдете в новые отношения, в новый этап жизни будет. Но ты должна или должен взять на себя обязательство, что в следующем браке ты будешь счастлив. Это единственное обязательство перед детьми, которые ты должен взять. Все.
Вот, а что касается, вот сейчас вопрос был, я вижу от девушки здесь, если она такое прочитает, если он ушел. Вообще, что касается прощения в семье, что, как, ну, тему, которую мы хотели поднять, точнее, у меня до этого задавали, измены, да, получается, как, ну, что это к этому приводит со стороны мужчины и женщины, да, смотрите, с их обоих позиций. Как, можно ли это простить, нужно ли это простить. И вот после этого я еще перейду, здесь как раз есть вопрос от участника, точнее, от слушателей нашего прямого эфира, и, соответственно, мы на него тоже сразу ответим. Смотрите, разница в изменах между мужчинами и женщинами, она определенно существует, да? Это не из-за того, что я мужик, это из-за того, что я вам просто сейчас немножко эмоционально через этот я объясню, почему. Во-первых, женский мозг, он не предрасположен тому, чтобы прощать измену. То есть ты не простишь его никогда. Я не знаю, какой уровень дзена ты должна достичь, чтобы простить измену. То есть среднестатистической женщине это не под силу вообще. И поэтому мне еще дед говорил, если ты вдруг тебя жена застанет там на каком-то другом, никогда не признавайся. Почему? Потому что я потом думал, зачем ты мне это сказал, да? Что мне это дает? Оказывается, женщина не прощает измену никогда. То есть ты не должен ей подтверждать никогда этого, если ты хочешь с ней жить. Потому что если она об этом знает, ты рискуешь в один вечер не проснуться просто. Она тебя отравит, убьет, ну, как-то... Отомстит. В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь, да? Ну да, женщины иногда бывают горячки. Вот, поэтому в этом плане... Но если женщина любит, она позволит себя обмануть. То есть, если мужчина скажет, этого ничего не было, если она любит, она найдет форточку, чтобы это как бы поверить в это. Если она не любит и она не хочет взаимоотношений с ним, если уже вот этот накал ее внутреннего напряжения выше, чем она может это удерживать, то все. На этом, ну, то есть она не простит, она его выгонит, она не сможет с ним жить, она расфигачит всю семью, она продаст все, что напоминает о нем почему-то. Во-первых, она сначала все заберет у него, все, что можно. Потом все, что она забрала, продаст и просрет, да? То есть это стандартно. Почему сразу просрет? Это 80% женщин так делают. 80% по факту, ну, мы этого, ну, это, знаете, это в моих иллюзиях, я, конечно, понимаю, бывает по-другому, но образно, ну, примерно к этому придет. Потому что все, что ей напоминает о нем, она сотрет. То есть это такая внутренняя агрессия, месть, и как бы она будет избавляться от этого. То есть женщину лучше обмануть, если хочешь с ним жить. Женская измена, мужчина, оказывается, мужской мозг, оказывается, ну, может простить женскую измену, но в состоянии аффекта он может тебя убить прямо на месте. Ужас какой. Но если он тебя любит, пройдет какое-то время, он это примет и про это может... То есть мужчина может выкинуть ненужное из головы, женщина не может. И второе, что с женщиной связано, женщина идет на измену только тогда, когда она разочаровалась уже в тебе. То есть замужняя женщина в 80% случаев идет на измену только тогда, когда она полностью уже разуверилась в своем мужчине. Все. То есть она ему уже дала лет 15 там фору для того, чтобы он доказал ей обратно, что он ее любит и что он ее. И когда она не получает обратного подтверждения, вдруг в какой-то момент, когда у нее эмоциональный голод, появляется мужчина, который дает ей эти эмоции, да, цветы, подарки, свидания, какие-то интриги. И тогда она, ну, вот, в какой-то, она влюбляется и как бы, совершается измена. Это мы говорим про первый раз, когда. Да, то есть это вот, то есть ее прям надо красиво из этого выводить туда. Когда ее красиво вывели, вот в этот момент она готова как бы бросить семью и уйти к нему, к другому мужчине. Тоже где-то больше половины, там 70-80% таких случаев брак уже кранты. То есть
вернуть ее обратно почти невозможно. То есть мужчину можно вернуть, а женщину... Мужчина изменяет, он не собирался разводиться. Женщина, когда изменяет, она уже развелась лет 20 назад. Даже так? То есть ты предпочитаешь, ты уже не любишь, потом ты влюбляешься и изменяешь, да? Мужчина же, он занимается сексом просто для того, чтобы заняться сексом. Он считает, что мужчинам все можно, да? В этом Нет, плане. У нас разные подходы. У нас, то есть для нас это не, я не хотел разводиться, я же тебя люблю. То есть вы любые, посмотрите даже в кино. Я клянусь, я тебя люблю, я не хотел, это ничего не значит для меня. Она говорит, ты что, дурак вообще? А он не хочет, она говорит, иди, он не хочет. А когда женщина изменила, все уже. Он говорит, вернись, она говорит, все уже, извини, все. Не надо устраивать, да? Корыто треснуло, да, до свидания, все. Вот, и это вот этот. Но есть женщины, которые, знаете, они ради семьи, ради детей, даже они вот на два фронта они вот живут, там что-то делают, и даже если она не уйдет от него, она его будет ненавидеть, и он все равно умрет раньше, чем она. Не из-за того, что она отравила, а из-за того, что она на него не обращала внимания. Он умрет раньше на лет 20, чем она, от ее невнимания. И поэтому мужчина, с которым рядом живет женщина, которая его не любит, это самый несчастный мужик, мне кажется. Ну и женщина то же самое, конечно. А вообще стоит ради детей жить, терпеть или жить в той семье, скажем так, создавать имидж семьи, держать этот имидж, стоит ли, не отражается ли это на детях в итоге, вот эта негативная ситуация, когда уже никто никого не любит? Мое глубокое понимание того, что ради детей совместно вместе жить не стоит, когда вы уже друг друга ненавидите. Тогда, когда вы не можете друг друга полюбить, тогда, когда вы уже все треснуло, а ты пытаешься сохранить брак для того, чтобы зато у вас есть папа, да нахрен он такой нужен? Мне кажется, папа будет в любом случае, даже если муж и мой будет в разводе. Муж и мой будет в разводе, будет всем легче, чем эти постоянные ругани, претензии дома. Это намного лучше, чем когда ребенок видит вот это вот непонимание, нелюбовь. Он же считывает модель семьи, и он создаст точно такую же семью, как и у вас. И поэтому лучше срочно развестись, если уже все кончено, и создать новые отношения с кем-то другим, но уже гармоничные, зрелые. Вот как раз насчет обиды здесь был вопрос от девушки. Сейчас я его зачитаю, просто чтобы далеко не ушли. То, по-моему, уже... Так. Там был... я не могу уже найти, но смысл был в том, что муж игрок, он проиграл очень много денег, и вот она, получается, не могла ему это простить, не может простить до сих пор, вот, к сожалению, не могу найти, уже он ушла. Не надо. Да, и там, как это простить, и вот у нее сейчас возникает, я так понимаю, она вспоминает теперь прошлую любовь, и теперь не знает, как простить мужа, такая ситуация. Смотрите, игромания, сейчас ее очень много стало, и игромания, мужиков, которые будут в это играть, еще будет становиться с каждым годом больше и больше. Почему? Это какая-то тенденция, сейчас пошла. Это тенденция, как с этими с геями, то же самое, да. То есть мода. Это прям, это как этот, это одного порядка проблема. Геи и игромания — это одного порядка проблемы примерно. То есть это общий знаменатель там у них. А общий знаменатель называется мама. Это властная мама. Она не позволяет делать выбор, она подавляет, она либо бьет, либо подавляет своей любовью, либо ее отсутствием. То есть и очень игроманы — это очень часто тогда, когда избыточная материнская любовь. Очень часто. И есть, конечно, там чуть вовлекся и там и зашел, там на кураж этот, но в основном это материнская избыточная любовь. Что это значит? Это значит тогда, когда каждый шаг
твой контролируется мамой. Каждый раз, когда что-то мне надо, я спрашиваю у мамы. И когда мне жена спрашивает, купим диван там синий или голубой, или там зеленый, то он говорит, я вас надо спросить, посоветоваться с мамой. Да? То есть, и вот эта давлеющая материнская любовь, она делает так, чтобы... Короче, мальчик все равно хочет самостоятельности. Да? Если он в жизни не может проявить эту самостоятельность, то он ее проявляет, делая ставки. Ему не надо ни с кем советоваться. Он играет в казино, и, ну и так далее. Почему не могут простить вот эти проблемы, да? То есть почему не может она простить деньги? Потому что любой человек, который создал проблему на своем уровне, он может ее решить на своем уровне всегда. Понимаешь? То есть если он проиграл $1000, он $1000 там в течение полгода, месяца, он может ее вернуть. Да? Но если он проиграл $1000, и ты за него долг отдала, мама или жена отдала, сестра бывает отдает, да, то он потом в следующий раз проиграет 5. Но то есть 5 вы говорите, что не нужно решать ему проблемы. Нет, да. $5000 это уровень не его проблем. И когда мама хочет постоянно его спасать, они проигрывают квартиры, машины, дома, и потом остается на улице. То есть, представьте девочку, да, у нее была там трехкомнатная квартира в центре города, машина была, и муж все проиграл, потому что они его спасали. И теперь она остается на съемной однушке, с ребенком, с двумя, может быть, да, и, конечно, как ей прощать? То у нее было все, она была принцесса, теперь она стала как бы одинокая женщина, которая воспитывает двоих детей. Которые тоже, получается, свои проблемы теперь уже. Да, без средств к существованию, да? Это второй вопрос, для чего ей этот, как бы, для чего ей этот опыт? Там, может, у нее с папой какая-то там ерунда произошла, ну, то есть, может, она сама подавляющая женщина, да? Может, ей самой нужно научиться у своей свекровки на нее посмотреть и так не делать. То есть, ну, разные какие-то вещи. Но мужчине этому точно надо повзрослеть. Там мужчина незрелый, скорее всего. Потому что если бы мужчина был зрелый, он бы свою семью не вгонял бы в долги. Вот и все. Ну вот вопрос теперь такой. Мы разговаривали с вами о воспитании детей. Вот вы сказали, что там подавляющая мама, вот как раз, да, по теме. Как правильно тогда воспитывать мальчика, как правильно воспитывать девочку, чтобы вот таких проблем не было, чтобы он рос нормальным, здоровым, психологическим ребенком? Во-первых, если мы берем мальчика, которого воспитывают одна мама, да, сейчас таких много, да, мальчика очень важно воспитывать так, чтобы в его воспитании участвовал какой-то мужчина. Это может быть твой брат, твой папа. Если ни тех, ни других нету, тогда это может быть тренер по боксу, это может быть тренер там по баскетболу, волейболу, футболу. Ну, то есть очень важно его засовывать в мужские коллективы. То есть он, где он наберется мужских паттернов. Это примерно стоит делать после 12 лет. Это с 12 до 18 лет очень важно ребенка засунуть в мужской коллектив. Очень важно. Или если есть отец, то как бы просишь отца, чтобы он с ним ходил на тренировки, там где-то там с собой брал пиво, где они пьют с мужчинами, где там в баню где-то брал. Ну, вот такое. То есть он должен побывать в мужском обществе. Почему? Потому что мужские паттерны мальчик берет у отца. И какой отец, такой же будет и сын. Второе, мать должна любить сына, да? Почему? Потому что это его самооценка на всю жизнь. То есть чем больше мать любит сына, тем выше его самооценка. Какой отец в социуме, точно такой же будет и сын. Поэтому очень важно, чтобы отец был такой. Мужик-мужик прям. Девочка. Очень важно, чтобы ее любил папа. Чем больше папа ее любит, тем выше ее самооценка. И как ведет себя в социуме мама, точно так же будет вести себя и дочь. Поэтому воспитание детей – занятие бессмысленное. Дети будут точно такие же, как и ты. И все. Свой пример получается, на своем примере. Только на своем личном примере, да. Они, конечно, могут, там, знаете, бывает так, что отец алкаш, я это видела, и я никогда не буду пить. Да? Но это же
Знаешь, почему люди вот так прям, я в завязке, да, то есть я вообще там не пью, там ни на Новый год, там ни глотка вина. Это называется, я себе не доверяю, поэтому я запрещаю. Понимаешь? То есть я боюсь стать как папа, поэтому я буду лучше вообще исключу из своей жизни этот алкоголь, да. И скорее всего это будет оправдано, но в том плане, что это всю жизнь эмоциональное перенапряжение внутри. Всю жизнь. Контроль, самоконтроль постоянно. Самоконтроль, да. Я бы хотел, но я не буду, потому что папа, ну, там. Вот. Поэтому где-то с 12-14 лет очень важно, чтобы в жизни ребенка появился отец. То есть до этого может мама воспитывать, там как бы почти не отличается от воспитания там, девочки. Но с 12 лет отец должен научить мальчика выживать. И поэтому походы совместные. Совместные походы на рыбалку, на охоту, куда-то вот просто в горы, да, там, или там на озера какие-то сходить. То есть это папа. Поставить палатку, разжечь костер, приготовить себе еду. И тогда у него будет, ну, самооценка. В этот же период с девочкой то же самое делает мама, да, там, она начинает социум с подружками, куда-то в спа-салон, где-то там погуляли, куда-то на шопинг сходили, то есть и там она будет перенимать какие-то свои мудрости. Вот эту житейскую мудрость мать должна передать дочери. Все. И оно вот будет как-то более или менее гармонично от этого. И если вы, вот некоторые мамы думают, что как бы защитить ребенка от психологических травм, от, чтобы было меньше эмоциональных блоков у них, да, то есть чтобы меньше там деструктивных установок. Никак. Они в любом случае будем сталкиваться с детьми. Они в любом случае сделают свои выводы, как бы ты себя ни вела. Вот если она захочет обидеться или он обидится. И если, знаете, как бывает, ну, так, в кавычках, идеальные родители, когда тебя не били, тебя не ругали, за тобой ухаживали, все, что тебе нужно было, тебе давали, и ребенок все равно обижается на родителей. Потому что вот этот кубертат, вот этот с 12 до 18 лет, во-первых, гормоны, да, у мальчика тестостерон, у девочки там эстроген подскакивает. И в этот период появляется эго. Да, то есть с 12 лет, где-то примерно 12-14 лет, появляется эго, и ребенок уже себя не отождествляет с родителями. То есть я это не я, не мои мама и с папой, а я это уже я. Но кто такой я еще не понял. И вот с этого момента мы начинаем обижаться очень сильно. То есть у нас претензии к родителям, к папе. То мама некрасивая, то папа какой-то бедный, да, то есть мог бы. То есть сыну хотелось бы, чтобы отец был сильнее, а он видит почему-то отца не сильным, и он его за это осуждает. И вот на этом оно все вот, ну, как бы накапливается. И потом это по-любому там свои часы там у психолога, у психотерапевта где-то нужно будет отрабатывать. Многие скажут, как же жили раньше, да? Вот без всех этих психологов, коучей там и так далее. Я вам скажу по секрету, ну хреново как это жили, если честно. Ну счастья было не так много, как сейчас. Сейчас мы все бежим за успешным успехом. Мы бежим за счастьем, за поиском себя. Раньше просто выживали. Раньше просто бежали куда-то. Просто задача была выжить. Да. И инерционно даже мы дети, которые... Вот, ну, мое, вот, мне сколько сейчас, 44 года... Даже я по сравнению со своими детьми рос как трава. То есть не было сотовых телефонов, не было ничего. Ты уходил в школу в 8 утра, приходил там в 6 часов, 7 часов вечера, весь грязный. Ну и тебя просто спрашивали, почему так поздно. То есть никто не переживал. Ребенка нету дома там с 8 утра. И всем, ну, и звонить некуда было, и спросить не у кого, да? То есть единственное, почему ты поздно. А сегодня Яндекс.Такси не туда повернул, ты звонишь водителю и говоришь, этот, вы что там направо повернули, вам налево надо было. Вот. Поэтому сегодня опеки больше, я думаю, что наши дети, они возьмут, ну, от этой жизни больше, чем мы. И многие ругают молодежь, но я сталкиваюсь там с людьми 24 года, 20 лет, там 17 смотрю детей, да, они сильно лучше, чем мы. Они сильно эмпатичнее, чем мы. Они сильно внимательнее, чем мы. Они
умнее, они талантливее, они быстрее думают, да, то есть, конечно, они, может быть, в чем-то не приспособлены, ну, то есть, но с другой стороны, зачем им это надо? Это мне один, как бы, пожилой человек говорил так, что раньше мы по солнцу определяли погоду на день. Я говорю, у нас сейчас Google есть, нам это не надо. А не будет вашего Гугла, что вы будете делать, понимаешь? То есть, ну, это уже все анахронизм, это изжило, это не нужно. И поэтому новый век, новые технологии, есть Google, есть там iPhone, есть iPad, и я считаю, что лично, да, не нужно. Зато он может загуглить, а ты нет. А ты будешь по солнцу определять север. А у меня есть тугиз, да, я нажму, и он меня проведет. Ну, примерно так. Поэтому не нужно судить сильно о молодежи, что они там этот, но они очень быстро думают, они очень бережливые, эмпатичные. Мне вообще нравятся те дети, которые сейчас. Сильно нравятся. Но мне кажется, они намного талантливее, чем... Ну, как-то у них таланты быстрее раскрываются, чем мы. Они как-то на это способны быстрее раскрыть. Вы знаете, я вот смотрю расписание своей младшей дочери, и это же, ну, кошмар какой-то. Почему? Потому что я как-то, знаете, был в этом, в Пензе, и там есть такое деревня Тарханы. Тарханы – это усадьба Лермонтова. И там была тетрадь его, вот, дневник, да, то есть его день Лермонтова. И у него начинался день с 8 утра и заканчивался там в 7 вечера. И там был английский, французский, рисование, музыка, литература, математика, там астрономия. Ну, короче, то есть он целый день учился. И сейчас наши дети живут так. И таланты, которые сейчас из Казахстана прорастают в виде там Димаша Кудайбергенова, Айсултана, да, Скриптонита, этого Сабурова и так далее, это те дети, которыми занимались чуть больше, чем нами. И да, я считаю, что еще лет 5 пройдет, и талантов в Казахстане, если, дай бог, мирного неба Казахстану, то талантов от наших талантов еще очень много людей будет. Поэтому дай бог, чтобы все было хорошо, да. Да. Хотела еще спросить такой момент, что касается истерики у детей, особенно часто бывает, ну, бывают такие моменты, я сама видела, когда приходишь в какое-то общественное место, ребенок из того места начинает истерить, родители не могут его успокоить, там, либо купи что-то, либо мне что-то срочно надо, либо, вот, почему себя так дети ведут, и как воспитывать, чтобы, ну, говорят же, вот, есть такая тема, да, о том, что не нужно детей, там, делать замечания, то есть, чтобы они не были удобными, но действительно, когда общественное место, это не очень приятно, когда твой ребенок с тобой сидит, устраивает истерики, мешает всем, и ты не можешь его успокоить. Почему это происходит? Во-первых, есть такой детский психолог или там, не знаю, педагог Спок, американский. Кому будет мамам интересно, потом почитайте, потому что я не читал, я взял оттуда только одну фразу в том, что, ну, не фразу, а техника, или как сейчас принято называть. Короче, по Споку вот эти истерики – это чистая манипуляция над родителями, да? То есть был момент, когда ребенок поистерил, хочу шоколадку, ему дали шоколадку. И теперь уже он каждый раз, когда что-то хочет, он начинает истерить. И он добивается истериками. То есть ребенку очень важно показать, что никакими истериками он себя ничего не выбьет. То есть родители попали в эмоциональные качели. В зависимости. Все в зависимости. Он их играет. И вот лучший менеджер – это вот, ну, это вот такой ребенок. Или который болеет, у которого чуть температура. Хочу молока, ты ему молока бежишь. Хочу там велосипед, ты ему велосипед, лишь бы он был здоров, да? Или вот такие дети, которые истерят. То есть они, ну, истерят, и вокруг все бегают, и им это очень нравится. А что делать, чтобы ребенка приучить? Во-первых, на его выпады не надо реагировать, пусть истерит, да, пока синий не станет. Вот, но нужно набраться терпения и по Споку говорю, это не я эту фигню придумал, нужно сесть и сказать нет и терпеть, пока он орет. Час, два, три, в какой-то момент он устанет истерить и встанет и обойдется без этого. Но ни в коем случае потом не надо бежать там, и его там обнимать. Там, и тому, то есть на эту фигню в основном попадаются мамаши, папы очень редко на это попадаются. Потому что, ну, женщина, да, женщина манипулировать легче эмоциями.
Просто он тебя развел. У тебя твой эмоциональный интеллект, значит, ниже, чем у ребенка. Это все. Материнский инстинкт. Все дела. Можете это как угодно назвать, но в супермаркете тебе стыдно за него и за себя, а не ему. Ну да, согласна. Прежде всего, это родители занят долго, поэтому был такой вопрос. Так, спасибо большое за этот ответ. И мы плавно перейдем, просто у нас еще были запросы по поводу бизнеса. Мы еще успели немножко поговорить, мне писали. Я сама развивающийся предприниматель. Вот что все касается темы денежных блоков, мышления предпринимателя, какие советы вы бы дали, когда нужно понять, что ты хочешь уже заниматься своим бизнесом, когда ты уже готов к этому? Во-первых, бизнесом заниматься всегда можно в любое время, но очень важно быть готовым к тому напряжению, которое тебя ждет. Потому что даже если ты руководил там полуторатысячным коллективом, и ты там был топ-менеджером, когда ты начинаешь собственный бизнес, тебе будет тяжело управлять двумя людьми. Я думал, что какой-то бэкграунд, он тебе дает возможность как-то себя правильно вести, но он не дает. Потому что у меня было в подчинении максимально 1200 человек, да? И я как-то себе брал водителя, и я, ну, мы, в общем, не сошлись, где-то, по-моему, на месяц меня хватило или на два, мы отказались от услуг. Потому что, оказывается, я не умею управлять. Знаете, как я управлял? Я говорил, я хороший, это шефы просто требовательные, поэтому, как бы... Короче, они это, не очень люди, а я Д'Артаньян был. И когда ты нанимаешь... Да-да. И когда ты нанимаешь сам, то ты становишься тем демоном, который... Вот, ну... Тем самым нехорошим. Да, и оказывается, есть такой внутренний конфликт вот этого. Это первое. Второе, эго. Его, опять же, мы вернемся к эго. Эго его нужно подавить, либо его проработать. Потому что предприниматели, которые сделали более-менее результаты, чаще всего у них меньшее количество эго, чем у тех людей, которые ничего не сделали. Потому что пока ты... Короче, на пути к деньгам тебя бьют в лицо, и ты должен терпеть. Да, то есть ты не можешь сдать объект, ты не можешь продать. Ты постоянно в унижении, да, если у тебя эго. Но если ты это дело любишь, то ты не будешь чувствовать вот этого подавленного эго, и тебе будет, ну, просто спокойно. Вот. Поэтому те, кто собирается только начать бизнес, проработайте свою гордыню. И я вам скажу так, что это я всем задание даю на самом деле. Идешь на улицу, подходишь к человеку, говоришь, здравствуйте, дайте денег. Очень важно собрать 500 тенге. Кстати, две вопроса такое задание. Вот. И было очень интересно. Потом эти 500 тенге даешь другому человеку, да, то есть ты взял и отдал. Все, что больше, остается тебе. Отследи, какие ярлыки на людей ты вешаешь. Отследи, кому тебе проще подходить, мужчинам или женщинам, когда они в группе или поодиночке. То есть все вот эти мысли, это твои полезут тараканы, связанные с деньгами. Да? Знаете, что я помню, что мне в тот момент меня не так напрягло, мой мозг искал именно как бы такое логический, не знаю, момент, да, почему я эти деньги у этих людей прошу. Я даже сформулировала тему и подходила с определенным предложением и говорила, мне нужны деньги для того-то. Хотя, по сути, мне просто сказали, что это как бы, да, тренинг, который нужно пройти. Эти деньги важно собирать для себя. Ты говоришь, мне надо, мне дайте. Потому что если ты скажешь, что это надо бабмане соседнего подъезда, ты принесешь там миллион тенге там, через там, 2 часа, да? Но когда ты скажешь, мне надо, ты, ну, 500 тенге собираешь. Вот я как раз сказала, что это нужно было для чего-то. Потому что мне казалось, что если я подойду и просто скажу, мне нужны деньги, люди скажут, девушка, ты не по адресу. Вот. А когда есть какая-то причина, повод, люди на это быстрее соглашаются. Вот, поэтому ты говоришь, мне надо. Тебе говорят, для чего, ты говоришь, просто так. То есть твой мозг должен понять, что деньги могут быть просто так. Почему? Потому что, когда тебя будут спрашивать цену за твои услуги, ты не сможешь назвать достойной цене. Ты не сможешь... Вот сегодня я покупал вот этот штатив, и он в технодоме стоит 15 тысяч, где-то стоит там 20 тысяч, да, и я его купил в оконцовке на Каспии там за 7-600, что ли, что-то такое, да, но есть люди, которые спокойно продают его за 20 тысяч.
Хотя купили его, ну, явно тысячи за 3, да? Их нигде не ломает. А кто-то будет продавать за 3500. И ты будешь очень плохим предпринимателем, если ты не сможешь назвать сумму 20. Согласна, да. Поэтому вот это просить деньги, взять деньги, отдать деньги, это очень такое, знаете, самая четкая проверка перед тем, как открыть свой бизнес на слабо. Самое главное для себя. Смогу ли я? Ты сможешь получить такой предпринимательский опыт, другие получали его 5 лет, да? После того, после открытия ИП. А ты получишь за 20... Короче, это нужно делать 21 день. Каждый день. Каждый день? Да. А ты за 21 день получишь опыт. Да. Ты, смотри, это нужно для того, чтобы ушел страх безденежья. Это нужно для того, чтобы ты поняла, что деньги бывают просто так. Это нужно для того, чтобы ушла твоя гордыня. И это нужно для того, чтобы ушел страх, ну, голода. Все? Круто. Угу. Это вот такое вот, ну, упражнение, которое поможет тебе решиться на бизнес. Потому что если ты скажешь, мне тяжело, я не могу, ну нафиг, бизнес лучше не открывай. Почему? Потому что в бизнесе этого больше. Здесь эта игра и всего 500 тенге, там эта игра будет на миллионы, и ты не сможешь потом сказать. На 500 миллионов в том числе, да. Да, мне... потому что у тебя психологические проблемы, да. А как вообще понять, что у человека есть денежные блоки? Потому что вот есть определенно, мне говорят, вот это подумай, вот это есть ли у тебя. Я вроде говорю, нету, а потом понимаю, что, оказывается, они у меня есть. То есть какие-то это... вопросы я подсознательно уже себя научила правильно отвечать, а по факту они есть. Это очень легко проверяется по наличию денег на твоем счету или в твоем портмоне. То есть если ты зарабатываешь и имеешь денег ровно столько, сколько ты можешь переживать. То есть ну, Бог, да. Да, Бог не такой подонок, чтобы впихивать в твой рот, чтобы он порвался. Понимаешь? То есть тебе дают ровно столько, сколько тебе надо. Сколько ты хочешь. Тебе не могут дать больше или меньше того, чем ты желаешь. И поэтому вот эти карты желаний, я хочу. Но очень часто люди проскакивают в этот момент, потому что они видела предпринимателей, которые зарабатывают, они говорят вот так. У меня оборот 50 миллионов в месяц. Я понял оборот. Ты сколько, прибыль какая? А прибыль чисто доход. Да. А прибыль 2000 долларов. Оборот 50 миллионов, а он живет на миллион тенге. Это явно у человека психологические проблемы с головой. Согласна. Вот. И очень много людей, которые говорят, там у меня там оборот, там, как они говорят? У меня там бизнес, у меня там оборот и так далее, а у них товарных остатков там на 100 миллионов тенге, да, то есть они считают деньги, они считают, что они зарабатывают товаром. У них явная перетарка там продуктов питания, у них портится выкид. То есть человек не готов, и он живет на ту сумму, которую он себе может позволить. Очень много людей, у которых много денег, но они живут там на копейки вообще. И это тоже денежный финансовый блок. То есть очень важно сесть и сделать чекап предпринимателя любого, да, то есть ты садишься, делаешь его чекап, но он должен быть честен в деньгах с тобой, сколько зарабатывает, что это, и потом уже можно примерно понять его психоэмоциональные проблемы, проработать с ним какие-то травмы его, и потом он, у него вот бизнес весь перестроится. Бизнес... Хорошо. Угу. У меня тогда такой вопрос сразу. Если у человека, у предпринимателя, возьмем два раза предпринимателя, то, что сейчас говорил, есть один, у которого вообще он вечно уходит в минус финансов в чистом доходе, второй уходит, ну вот, и постоянно, как бы, скажем, пытается маневрироваться, выйти финансово. У второго, наоборот, большие обороты, есть деньги, он уходит в плюс, но при этом, ну, как, вот, как вы сказали, очень экономично живет. Что, какие блоки проблемы у того, кто постоянно уходит в минус, какие блоки у того, кто уходит в плюс, но экономит на себе, либо как-то их не принимает, скажем так. Вот за что я люблю классику, это за то, что ничего не меняется никогда. Да? То есть для этого есть такая, еще Гоголь написал «Мертвые души». Угу. Да? Если вспомним, то там был такой Плюшкин, который был очень богатый и все копил, копил, копил и помер в нищете. Но, в общем, это... Люди, которые не могут на себя потратить и не могут
себе позволить, но они зарабатывают и копят, это такое стяжательство, да, это над златом часто называется, когда для тебя деньги, они как символ твоего благополучия и сытости. И это тоже страх голода, это страх безденежья, и от этого очень важно избавляться. И это тоже момент, я недостоин, да. Мы сейчас не говорим, всегда ставят пример, типа Цукера, там еще кого-то там, да, то есть он там бедный ходит в одной футболке, вы если не знаете, сколько эта футболка стоит, вы просто с ума сойдете, да. Но дело в том, что вот этот мегапонт, когда ты можешь позволить себе все и позволяешь малое, человек может позволить только тогда, когда его имя стоит дороже, чем бренды, которые он носит. Согласна, да. Да, то есть, если твое имя дешевле, чем часы Rolex, носи Rolex. Если твое имя дороже, чем Rolex, носи вообще... Не носи часы, да, то есть тебе не нужно, если твое имя стоит дороже. Потому что было бы глупо видеть на Цукере, наверное, там Rolex или еще какие-то часы. Но здесь нужно учитывать, что они по-своему еще гении, они могут, они и до этого, может, в этой футболке ходили, тем не менее. Мы все проходим одни и те же этапы взросления и богатства. Все. Конечно, есть какие-то чуваки, которые могут это проскочить, но я не верю. Все равно потом выясняется, где-то яхты, пароходы, там острова, где-то вы у него найдете, если пошукаете, да? Но есть определенные этапы, как это, изобилия, когда у тебя не было денег и вдруг они появляются, ты должен наесться вот этих брендов, дорогих ресторанов. Другие не понимают. Поэтому если в начале своего пути я брал на свои сессии всех подряд, без какого-то там сита не было, сейчас я более или менее фильтрую людей для того, чтобы не нарываться на какой-то хейт, да, потому что есть люди, которые не понимают, лезут, и, короче, потом они недовольны как-то или что-то. Как только я слышу в сообщении, что какую-то претензионность, я говорю, посидите дома, не надо. Не приму, они, почему? Попишите письмо прощения, вам поможет, вам хватит. Если пропишете, не поможет, потом придете, и тогда, диалог легче. То есть пройди 80% пути сам. Я за такой подход. И ответственность, все видите, все хотят там кнопочку волшебную для того, чтобы сразу помогло, ее нету. Тумблер у тебя в голове, и управляешь им ты сам. Ну да, я согласна. Сначала нужно, в любом случае нужно помогать самому себе. То есть психолог будет помогать, но пока ты сам не захочешь себе помочь, никто не поможет. Я могу задавать наводящие вопросы, я могу грубо подвести к действию, которое ты не хочешь делать. Я могу проманипулировать тебя так, что я тебя заставлю это сделать, но тумблер нажмешь ты сам. Да, согласна с вами. Тут еще вопросы как раз задавали, пока мы с вами общались. Вот один вопрос. Как вы относитесь к однополым отношениям? Это первое, и в том числе к однополым бракам. Ну и второй, да. Ну, дальше я потом уже скажу. К однополым отношениям я отношусь сегодня в наше толерантное время спокойно уже, потому что меня, ведь я же, я 78-го года рождения, и когда я рос, это было не по понятиям. Эти понятия у меня сидят в голове очень глубоко и сильно. Сегодня, и я над собой прям прорабатывал этот вопрос, потому что раньше нельзя было с такими людьми даже здороваться, да, то есть, было в свое время. Никто не понял. И сейчас я отношусь к этому легко, потому что уже и на сеансах были, и девчонки были, и мальчики переходят иногда. И, в принципе, я отношусь к этому очень легко сейчас. Очень легко. А можно сразу свой наводящий вопрос задам? Вот раньше говорили, что научно доказано, что такие однополые люди, которые любят, скажем так, своего же пола людей, они больше, это психологический и медицинский характер, то есть это заложено геном, да? А сейчас таких людей стало больше, которые выбирают своего же себе же подобного однополого человека. Может быть ли это тренд, либо это действительно заложено генами всегда? Просто сейчас это увеличилось. Во-первых, в этом есть психология, особенно то, что касается мальчиков.
То, что касается девочек, вы там лесбиянки, потом не лесбиянки, это ну, такое, это игра, которая, этот, ну, в принципе... Это решили попробовать все. Да, ну, в принципе, что такое? Ну, потом в старости есть что вспомнить, да? Ну, как бы... Веселая молодость. Да, то, что касаемо мужчин, почему я легко отношусь к однополым там этим взаимоотношениям, но я очень резко негативно отношусь к пропаганде. Ну, я с вами согласна. А, почему? Потому что у мужчины первый сексуальный опыт вклинивается в голову настолько сильно, что вытащить оттуда его почти невозможно. То есть, если у тебя первый секс был с мужчиной, ты будешь его помнить всю жизнь. И ты захочешь его всегда повторить. А, если у тебя... Вот смотрите, сейчас, чтобы вы как женщины меня поняли, да, что вы с этим уже сталкивались. Когда мужчина... уже женаты на тебе, или у вас отношения, да, и у вас, ну, вы уже там занимаетесь сексом там и так далее, когда у вас есть место, своя квартира, где заниматься этими делами, и он тащит тебя в машину, и у него вдруг там как-то нахлынивает, и все встает, и он тебя прям там берет, скорее всего, первый секс у него был в машине. То есть у него какая-то память отложилась, запрограммирована. Я в начале разговора говорил, что для нас очень важна локация. Да, да. Вот. Значит, да. Первый секс был в машине. И каждый раз, когда он садится с девушкой в машину, у него всплывают вот те воспоминания. Если он тащит тебя в гостиницу, значит, у него было в гостинице первое. Ну, вот примерно. Поэтому очень важен для мужчины первый секс, для женщины нет. Очень многие женщины не помнят даже лица, вот, ну, кто был первый. Даже так. Okay. Так, еще один вопрос. Почему все время хочется заслуживать любовь родителей? Потому что они привыкли тобой манипулировать через эту любовь. И очень важно, знаете, у нас в этом плане гениальные родители на юге Казахстана. Гениальные родители, я вот то, что видел. Вообще, это гениальность по всему Казахстану. Я так понимаю, во всем мире это есть. Но очень сильно гипертрофирован это Южный Казахстан и сильно гипертрофирован Западный Казахстан. Ты когда рождаешься, ты сразу маме должен. Есть такое, да. И поэтому ребенок, он всю жизнь там, что мама скажет, а мама поела. То есть у меня была как-то на сеансе девочка, она с юга Казахстана, и она работает в каких-то госструктурах, я не знаю, там, в городе. И мама звонит, говорит, дочь, нужны деньги. И дочь берет из Каспий Ред в кредит и переправляет маме. И она говорит, я уже не знаю, что делать, я Каспию должна 3 миллиона тенге. При зарплате там в 200. Угу. Потому что мама на юге выпендривается, что у нее дочка там в Акимате работает или там в министерстве, не знаю. Понимаешь? И то есть на вот этом ты должна, уят булат, то есть она вот в это все залазит. Хотя сама не хочет. И у ребенка, ну как ребенок там 25-27 лет, у ребенка стресс просто. От того, что она в долгах, а мама хочет еще. Потому что ее позвали на той, и ей, чтобы не упасть лицом в грязь, потому что дочка работает в Акимате, и она крутая, ей нужно дать там куримды большой, и все. Показала своего рода, да, получается? Ну, показуха, да, это страдает весь Казахстан этим, и я надеюсь, что ковидные времена сделали нас более рациональными, да, то есть мы от тоев уже отвыкли, во всяком случае, я. Поэтому мамы на этом играют и манипулируют, и я за то, чтобы сказать маме, что мама, я тебе денег не дам. И мама, конечно, скажет, я тебе, дочь, ростила, а ты, сучка, меня предала, и я с тобой больше общаться не буду. И на такую фразу можно сказать, что мама, я приму любой твой выбор. Мы уже взрослые люди, как бы давай общаться по-взрослому. Все. Если ты позволяешь матери на этом играть, то значит тебе почему-то это нравится, и у тебя есть от этого какая-то ложная выгода твоя. Ну, в данном случае, если мама сама напрямую, скажем так, манипулирует, да, а если вот мама ничего не делает, а ребенок все равно пытается заслужить внимание, любовь. Значит, мама... гениально манипулирует. Гениально манипулирует. Есть же латентная манипуляция. Не прямая, а латентная.
И поэтому, ну, просто не ведись, тем более, когда тебе ничего не предъявляют. А вот как вариант, если рассмотреть, может быть, просто мама в детстве недолюбила человека, свою дочь или сына, к примеру, да? Может быть, поэтому они были вынуждены всегда эту любовь как-то обращать внимание на себя, эту любовь как-то получать, как-то зарабатывать, не знаю, и, соответственно, может быть, это осталось с этапом взросления? Знаете, я всегда, я, конечно, проработками, это все полезно, да? Но я считаю так, что когда тебе уже 40 лет, да, и ты будешь говорить, что меня мама недолюбила, и поэтому я не успешная, мне кажется, уже подними жопу с дивана и сделай свою жизнь успешнее, чем у мамы. Я думаю, что где-то примерно с 20 лет, с 22, с 23, ты сам отвечаешь за свою жизнь. Точно уже. Не от мамы, не от папы, это уже не зависит. Да? И это определенно только твой выбор, кем ты станешь с этого момента. И если ты выбрал несчастную жизнь, чтобы манипулировала тобой мама, и поэтому ты не создала взаимоотношений с мужчиной, конечно, ты будешь сидеть и страдать, и обвинять маму, но мне кажется, это тупо. Уже встань, найди мужчину, роди ребенка и сама займись своей жизнью, все. Просто здесь нужно больше самостоятельным человеком стать, наверное, да? Знаешь, я вот так думаю, если тебе на голову кирпич упал, угу, да, то, ну, вряд ли ты вспоминаешь, что это из-за мамы вообще. Если бы мама меня любила, то мне бы кирпич на голову бы не упал, да? А почему-то, когда ты там несчастен или когда тебе, этот, тебе 40 лет, ты почему-то обвиняешь человека, который... Есть же как это? Истечение срока давности, да? Угу. Уже все. Уже сядь, уже, в конце концов, пропиши письмо прощения, прости маму, полюби ее, отблагодари и строй свою счастливую жизнь сам. Вот сейчас. Письмо прощения, вот эта техника, раскрыть, пожалуйста. Например, я так слышала, но точно не знаю, как ее делать. Письмо прощения, для тех, кому нужно будет потом повторить, это в Ютубе забиваете письмо прощения Игорь Ким, выходит видеоролик примерно на 10, на 9-10 минут. Угу. Это пишется всем людям на планете Земля. Это папа, мама, первый круг. Это родственники, братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди. Второй круг. Третий круг – это друзья, коллеги, соседи, однокурсники, одноклассники. Угу. Потом умершие люди. Бывает, да, так человек умер, а вот. Чтобы и... Наверное, да? И себя, да. Ты выписываешь список людей, их будет порядка 50, я думаю, у взрослого человека, да? Среднего. Бывает 400, ну, я думаю, 50 хватит, достаточно. Вот, и ты пишешь 50 писем ежедневно в течение 40 дней. И письма начинаются со слов «Я, имя, прощаю тебя, Вася, просто ты, мудак, сделал мне вот это, вот это, за то, что ты, рожа твоя и шачачи, не поделился со мной шоколадкой во втором классе». И заканчивается это письмо словами «Я прощаю, прощаю, возвращаю себе свою божественную силу». Почему так? Потому что когда ты на человека обижаешься, ты отдаешь ему свою жизненную энергию. Часть энергии ты тратишь на него. И это называется энергетический вампиризм. И для того, чтобы вернуть энергию себе, ты должен простить всех. И вот эти все круги, начиная от родителей, заканчивая тобой, в течение 40 дней ты вот это все говно вытаскиваешь наружу. Где-то к 10-15 дню у тебя депрессия жуткая начинается от этих писем. Болит голова, тошнит, понос, зевота, отрыжки. То есть, ну, тебя колбасит жестко. К 20-25 дню, если ты все делаешь правильно, тебе просто становится хорошо. И тебе кажется, что, ну, все, я святая. В этот момент очень важно не бросить. И дописать до конца 40 дней. Почему? Потому что ты все дерьмище, которое поднимаешь, ты поднимаешь его как бы образно наверх. И когда тебе становится легче, ты просто убираешь руки, это говно в течение 2 месяцев падает тебе на голову. И где-то к 40-му дню, к 45-му у тебя будет опять депрессия. Поэтому к письмам прощения очень важно подходить очень серьезно и с большим намерением доделать это до конца. Но это самая крутая штука, которую ты можешь сделать самостоятельно для себя. Круче нету. Никаких психологов не надо. То есть, во всяком случае, первый год похода к психотерапевту ты можешь сделать сам.
Пропишите письмо прощения 40 дней, да. Вот, я, наверное, вот как раз письмо прощения обязательно зайду на ваш YouTube-канал, просмотрю внимательно все эти 10 минут, я бы сказала, там, видео лица, и сделаю, ну, просто 50 дней меня не хватит, я постараюсь, но я такая... Надо, во-первых, 40 дней, во-вторых, там есть уже и на казахском языке, да, то есть в описании я вбил этот текст на казахском языке, прикрепил его в комментарии на казахском, на русском есть. То есть уже готово все, да. Вот просто разжевал, просто проглотите, да. Все, огромное спасибо. Так, давайте еще минут 5 дадим, если у кого-то есть вопросы, мы еще поотвечаем, я вроде все посмотрела. Так, если что-то пропустила, так, любовь родителям, так, там, манипуляторы. Если у кого-то есть вопросы, можете еще задать. Вот смотрите, вот я нашел тут, я никогда ни у сына, ни у дочери денег или еще что-либо не прошу и не просила, стараюсь помогать. Кстати, им. Я тоже обратила внимание, вот хотела уточнить уже вас. Вот. О чем это говорит? О том, что человек эгоистичен, достаточно мама это, да? Потому что она любить может, а ее любить нельзя. То есть это говорит о том, что эта женщина не... недостойна любви. То есть это у нее внутри. Это не с детьми, это у нее. И поэтому она помогать может, а ей помогать нельзя. Это ее гордыня. И я так понимаю, женщине под 60 уже, там 50-60 лет, и ну, проработайте и научитесь принимать от детей подарки и деньги. И уже попросите. Почему? Потому что вы не... Вот взрослому сыну или дочери родитель ничего лучше для него не может сделать, как принять помощь от сына или от детей. О, это да, это я люблю делать. Потому что когда сын или дочь там везет тебя в Дубай, когда сын или дочь покупает тебе одежду красивую, когда сын или дочь ведет тебя в ресторан, у сына и дочери внутреннее ощущение, что они хорошие дети. И тем, что ты не принимаешь от них подарки, ты им запрещаешь эти чувства, эти эмоции. И поэтому, вы меня, конечно, извините, вы взрослее меня немного, но не будь сукой, прими подарки от родителей. Фу, от детей, да? То есть дай детям возможность проявить свою любовь и почувствовать себя хорошими детьми. Это огромный кусок энергии, которую может дать мама, когда она принимает подарки от детей. Это огромное. То есть в этом прям заключается огромное количество. Это как, знаете, как атомный реактор, в котором вот просто лежит энергия ваших детей. Позвольте им сделать что-то для вас. Не нужно выбивать ногами, потому что есть, когда ногами выбиваю, да, то есть это тоже перекос. И когда вообще я не беру, это тоже перекос. Поэтому иногда позволяю. А вот у меня сразу тогда от меня личный вопрос, наверное. И вот я, например, могу, я люблю делать какие-то добрые, красивые жесты людям. Вот я прям это обожаю. И реально я делаю это не того, что для чего-то делать, просто потому что я это люблю делать. Но очень сложно мне, например, у кого-то что-то попросить. Вот у меня есть такая проблема. То есть, когда у меня что-то просят, плюс-минус, я честно говорю, когда я могу сделать, я это делаю. Когда, если я делаю какие-то просто жесты, потому что я так просто захотела, это совсем другое. Когда у меня просят, если говорить про то, что просят, то я могу сказать, когда я могу, когда я не могу. А вот когда самой попросить, и я знаю, что, например, человек действительно может, но мне сложно это сделать. Почему? Потому что ты еще не делала упражнение 21 день. Это что за упражнение? 500 тенге? Нет, я делала же 500 тенге. Я же вам говорила. Просто я делала, оказывается, неправильно. Я схимичила там. 21 день поделай для себя, и у тебя этот блок уйдет. Потому что мы всегда боимся потерять лицо, которого нет. Что о нас подумают. Ну, да. Я всегда сама. Я сильная женщина. Там еще та-та-та. А еще, знаете, есть для сильных женщин и для сильных мужчин такое... упражнение, это вот те, кто чувствует, что как, вот те, кто не может брать у кого-то там вот помощи просить, вот так, как ты, те, кто не может брать еще чего-то,
берете свой месячный доход, делите на 22 рабочих дня или там 21, выйдет определенная сумма, там, допустим, там $200 там, или там $100. Звонишь своим там пяти друзьям, подругам или 10 и говоришь: дай мне вот $100, не спрашивай на что, я тебе их никогда не верну. Интересно. Вот, и посмотри на обратную связь. У меня сразу такая первая мысль: а зачем им это надо? Чтобы просто так ничего давать. Ну вот просто так. Дай мне просто так, не спрашивай для чего, я тебе эти деньги никогда не верну. Все. И ты поймешь, что особенно девчонки, они понимают, что они слишком мужественно выглядят. Потому что очень часто говорят: тебе зачем? У тебя же самой есть. Понимаешь? И это первый признак того, что ты переборщила с имиджем самостоятельной женщины. Согласна, да. Вот здесь, кстати, спрашивают, 21 день давить или просить? Просить 21 день. Просить. 500 тенге, я так понимаю. Да, я так понимаю. А ты берешь и отдаешь, да. Тут еще вот женщину триггерит, и они эгоистка, просто пока не могут помогать. Если вашим детям больше 20 лет, они не смогут помогать, пока помогаете им вы. Поэтому уже просто позвольте детям повзрослеть и лететь самим, самостоятельно. Ну да. Вот, а если взрослый сын не делает подарки, более того, не работает, что делать? Выгнать из дома. Для морального взросления? Выгнать из дома, потому что чувак не прошел инициацию в мужчины. У него не было инициации. Он живет на шее родителей, он ничего не хочет, ему дали образование, он не устроился на работу, потому что нет смысла. У него есть квартира, где жить, есть что кушать. Он даже не знает, сколько стоит зубная паста, поэтому лучше выгнать из дома, пусть идет на квартиру. Понятно. Ну все, уже мы и так, мне кажется, много времени у вас, Игорь, заняли. Было очень познавательный сегодня эфир. Я думаю, сегодня было очень много вопросов, с учетом того, что это первый наш с вами общий эфир. И мы обязательно еще как-нибудь, если вы будете не против, сделаем, мне кажется, какой-то узкий, потому что информации было много сегодня и разные. Еще раз хочу спасибо сказать, что вы приняли приглашение стать нашим гостем, точнее, моим гостем эфира. Вот. Всем спасибо, кто сегодня у нас участвовал, следил за нами, задавал вопросы. Может быть, вы какую-то обратную связь скажете, Игорь, и от себя что-то? Во-первых, всем, кто участвует в этом проекте, то есть вот сколько людей здесь было, вам огромное спасибо за то, что вы следите за мной, за то, что есть там новенькие, да, то, что всем благодарю за то, что вы потратили свое время и здесь были 2 часа почти, да? Вам, во-первых, большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Почему? Потому что беседа оказалась содержательной, вопросы оказались интересные, трепещущие такие, да, и это такой, вы как-то собрали срез общества, ну, вопросов, да, такие основные боли какие-то, то есть это говорит об... Как, мы специально делали опрос. Да. И потому что каждая тема, которую затрагивали, она прям, ну, болезненная. Сильно болезненная в нашем обществе. Поэтому вам большое спасибо за приглашение, за ваши тонкие и своевременные вопросы. Вот. Пусть ваш проект процветает, цветет. И я думаю, что мы еще встретимся в следующих эфирах. Обязательно. Более того, я думаю, что только, не только в эфирах, в прямом эфире и в Инстаграме, но я планирую запустить более масштабный проект, обязательно вас приглашу. Вот, на реализацию немножко вот сейчас уходит на это время. Вот, как будет готово, я вам сообщу. Еще раз хочу поблагодарить вас. И один момент, вот как раз сегодня вспомнила, пока с вами разговаривала, еще один вопрос был задан, и я забыла его озвучить. Насколько важно саморазвитие для человека, насколько важно именно психологическое саморазвитие, насколько важно проработки вот именно всех этих моментов, которые и нужно ли всегда все прорабатывать, либо есть моменты, которые лучше трогать? Знаете, есть вообще развитие для человека современного в 21 веке — это состояние перманентное, да, то есть оно постоянно
и оно необходимо для того, чтобы быть современным человеком. Вы можете, конечно, не развиваться, уехать куда-то в аул, в деревню, и там выращивать там, картошку, да, ее кушать. И там. Но если мы живем в городе, если мы хотим быть современными и пользоваться теми благами, технологиями, которые дает нам цивилизация, нам в любом случае нужно развивать мозг и научить наш мозг запоминать новую информацию. Во-вторых, почему развиваться сегодня важно? Потому что каждый день возникает новая и новая информация. С каждый день. Особенно с момента ковида, я не знаю, что с миром произошло, но мы стали получать какие-то бешеные технологии быстро, да, то есть они стали замещаться очень часто. Если раньше несколько лет надо было, сейчас чуть ли не каждые там 2-3 месяца новое что-то. А в психологии резкий рост и спрос тоже, да, там начинается все. Очень разные подходы в бизнесах, очень разные подходы в технологиях. И за этим всем нужно успевать бежать. А в-третьих, если мы хотим долго жить, и чтобы у нас не было Паркинсона или там еще какого-то на старости, мы должны мозг приучить к тому, чтобы создавались новые нейронные связи. И современный мир нам дает все больше и больше таких возможностей. И очень важно свой мозг приучить к тому, чтобы он мог приспосабливаться быстро. Если мы этому не научимся, мы будем либо несовременными, либо мы будем не очень умными и старыми людьми. То есть мы постареем, а мудрость не придет. И знаете, почему так говорю? Потому что я на протяжении 11 лет читаю один и тот же тренинг, это эмоциональная свобода, там 2 дня идет. И я недавно пошел учиться на коуча, и со мной девочка, ей 24, по-моему, года, или 22, она за час пересказала весь мой тренинг, который я вел 11 лет. И я на нее смотрел, говорю, у тебя это откуда? Она говорит, а вот это я там прочитала, вот здесь мама сказала. То есть и я понял, что мне надо что-то с этим делать, надо как-то перекраивать. И я пошел на фестиваль Форе, посмотрел, кто там новенький. Сейчас еще там начинаю все шерстить, там этих коучей, там психологов, энергетов, там доски садху, там еще вот, всякие там НЛПшные, заново всех начинаю их смотреть, потому что 10 лет я не смотрел ни на кого. Uh-huh. И сейчас я начинаю это все смотреть, я понял, что подача материала несколько изменилась, подходы изменились. В принципе, то же самое, но как бы у людей поменялся терминологический аппарат. И я сейчас его заново изучаю, и для того, чтобы более быть понятным для тех людей, которые сейчас вновь ищут себя. Потому что я себя начинал искать в 33 года, сейчас мне 44, да? И для того, чтобы объяснить 33-летним, 30-летним молодым людям, мне нужно перестроить свой терминологический аппарат на то, чтобы они меня понимали. Я понял, потому что я последний год-два, наверное, уже не в тренде был. Хотя пытался. Вот, поэтому я понял, что новые подходы, они не терпят каких-то более резких каких-то агрессивных вещей, да, я понял, что нужно больше медитации, больше для ум, чтобы подкормить. Потом у молодых людей не настолько травмирована психика, как была у меня, в том плане, что им достаточно просто медитации, мне было недостаточно. И поэтому я понял, что можно делать то же самое, только аккуратно, тихо, без давления какого-то сильного и более латентно и, как это, safety, да, говорят, вот. Еще раз хочу вас поблагодарить. Мы действительно я сама не ожидала, что такая будет содержательная беседа. Благодарю вас, что вы приняли приглашение. Благодарю, что столько полезной информации дали, поделились своими техниками, потому что здесь были, я так понимаю, те, которые вас давно знают, а те, которые вот недавно буквально подключили, узнали об этом эфире. Подписывайтесь на Инстаграм, кто не подписан, это из новеньких на Инстаграм. Игорь обязательно очень много информации у него, я сама там иногда информацию читаю, очень
полезную. Одна техника мне, даже я первый сразу озвучила, меня заинтересовала. Вот, на YouTube-канал, потому что вот как раз здесь спрашивали про технику письма прощения, вот там очень много будет полезной информации именно про письма прощения. Еще раз всем спасибо, кто присутствовал. Доброй вам ночи. Все, всем пока-пока.